А сейчас мы попробуем собаку уложить. На прошлом занятии я показывала это, и у нас получалось. Сейчас попробуем, вспомнит ли собака. Думай, думай, думай. Ай, молодец. Как только собака сделала то, что вы от нее ждете, тут же открывается рука. Чтоб собака не вскакивала, то есть вот я чувствую ее, поэтому я могу и сюда сделать. У вас, скорее всего, это не получится. Поэтому в одной руке вы держите корм и подкладываете. Тогда у собаки нету смысла вскакивать. Молодец, хорошо. Сейчас мы изменим положение, чтобы собачка села. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Сидеть. Все тренера дают по-разному. Дрессировщики. Мой хороший. Которые преподают какие-то основы дрессировки. Я предпочитаю и советую, когда собака, например, команда подается один раз. Второй раз нужно уже что-то делать. Максимум второй раз вы даете и уже что-то делаете, чтобы собака это сделала. Вот. Но когда собака это уже сделала, у молодой собаки в правильном положении, то есть вот она сейчас, например, сидит, я могу и много раз говорить. Сидеть, сидеть хорошо, сидеть, сидеть. Больше эмоций. Ай, хорошая девочка. Хорошая девочка. Сидеть, сидеть. И хвалите. Так, пробуем еще раз. Мы хотим, чтобы собачка легла. Мы хотим, чтобы собачка села. Но так как она сегодня уже слышала звуковую команду, поэтому я сейчас ей скажу одновременно и команду сидеть. Сидеть. Хорошо. Толковая собака. Толковая собака. Обратите внимание, как тут же, как она выполнила, и я раскрываю руку. Сидеть. Хорошо. Когда я пойму, что собака за моей рукой без механического воздействия ложится, я добавлю звуковую команду. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Ты моя хорошая девочка-то. Сидеть. Хорошо. Умница. Хорошо. Сидеть. Сидеть. Сделаем небольшую выдержку. Я не смотрю, чтобы собака сидела прям корректно, ровно. Меня это не раздражает. На соревнования я не планирую идти. Сидеть. Зайка, сидеть. Хорошо. Гуляй. Ну и попробуем сейчас посмотреть в конце нашего небольшого ролика. Практически вы все видели, за исключением, может быть, там пару минут в прямом эфире. Все, что мы делали сегодня с собакой, вы это видели. Ну и результат, я считаю, что это тоже результат. Старайтесь менять. Какая собака прям идеальная, никуда не бежит. Старайтесь менять, чтобы собака из положения стоять могла садиться и ложиться. Из положения лежать, чтобы собака могла садиться и вставать. Но так как у нас пока еще две команды, сидеть. Ты молодец. Эту команду я пока не говорю, а только, получается, жестом.
следующий раз я, возможно, даже включу. Сидеть. То, что я вам сейчас покажу, это не команда стоять, но это подготовка. Ай, ты хорошо. Вот сейчас собака замотивирована, она готова работать. Заканчиваем мы всегда в тот момент, когда собака еще хочет работать. Сподвижну, подтолкну ее на то, чтобы собака встала. Сидеть. Ну что, на этой хорошей ноте я довольна. Собака вроде как тоже поела. Ай, ты моя хорошая. Мы заканчиваем наш маленький видеоурок. Собака супер. Всем пока.